Как понять чувство мужчины? Чувство – это центр четвертый энергетический, и это сердце. И если смотреть энергоструктуру тела, то у мужчины это центр минусовой. И, как правило, чувство – это то, что мужчина в течение жизни своей нарабатывает, и это то, что изначально в нем, ну, как бы мало присутствует. И, конечно же, первая женщина, которая учит мужчину чувствам, учит что-то чувствовать, это мама. И если мама помогла ему открыть свое сердце, если она не была диктатором, если она не ломала его, мальчика, да, то у мужчины сердце перед женщинами открытое. И тогда мужчине свои чувства очень легко показывать, говорить о них. Если мужчине сложно говорить о своих чувствах, скорее всего, что, ну, что-то такое в жизни происходило, когда он вынужден был закрываться. Центр чувств минусовой. И если не происходило любви, то есть если мужчину не наполняли любовью, когда он был мальчиком, то там пусто, холодно и темно. Минусовой центр на уровне сердца у мужчины, а у женщины на уровне сердца большой плюс. И тут у нас грудь, и, конечно же, у нас чувств много, и мы этими чувствами можем изнасиловать любого мужчину. Вот этим вот «я тебя люблю», «покушай курочку», «а где ты был сегодня?». И, конечно же, мужчина не размышляет о любви в понятиях, ну, чувств. Ему хочется, чтобы его любили. И, конечно же, сказать, что «я в тебя влюблена», это очень, ну, такие сильные слова для мужчины, если это подкреплено еще и на самом деле тем, что у тебя есть.